Трагедия на железной дороге в Прикарпатье. Два человека погибли в результате падения крана в селе Хриплин, неподалеку от Ивано-Франковска. На автомобиль с людьми рухнула 36-тонная конструкция. Все подробности в материале. 8 утра. 9 работников железной дороги едут на работу. В какой-то момент сильный ветер срывает с креплений 36-тонный кран и двигает его по рельсам. Его с опор потягнуло, кран проехал близко 30 метров, 35 метров. Кран перекидается, падает на машину. Кран упал прямо на кабину КРАЗа, в которой находились два человека, водитель и пассажир. Они погибли на месте. 7 рабочих в кузове физически не пострадали, но им потребовалась помощь психологов. Люди, видно, что были шоковані и просто дякували Богу за то, что так сталося, что кран не впал именно на кузов автомобиля. Многотонный кран буквально раздавил кабину автомобиля. Чтобы достать тела, пришлось применить не только спецтехнику, но и другой подъемник. За допомогою відновлювального крана було припіднято кран, який впав на автомобіль. І за допомогою ескаватора групи рятувальних робіт було відтягнуто пошкоджений автомобіль на безпечну відстань. В управлении железной дороги говорят, погибшие жители Львовской области в Ивано-Франковск приехали в командировку. Их семьям пообещали финансовую помощь. У нас на железнице так трапляется, это зона повышенной безопасности, что семьям обов'язково відшкодовують. Это працівники мостопоїзд 63, Стрийский мостопоїзд. В полиции открыли уголовное производство по статье «Нарушение правил во время выполнения работ с повышенной опасностью». Назначили ряд экспертиз. На железной дороге также проведут внутреннее расследование. Андрей Кравец, Зиновий Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область.